Привет всем, это канал Веселая Семейка, и сегодня мы в гостях у Китти. Эта веселая семья нас пригласила домой, и перед тем, как принять гостей, они, конечно же, купили продукты в магазине. Вот, это кола, мороженое, арбуз, томатный соус, а вот это их большой замечательный холодильник, в котором они хранят свои продукты. Посмотрите, какой большой холодильник, в нем очень много может уместиться продуктов. Вот в это отделение складывают овощи. Тут изображена капуста, морковка, помидоры. То есть сюда мы будем помещать овощи. Вот здесь у нас полочка. Вот уже пошла морозильная камера. Сюда можно складывать мороженое. Вот это дверца холодильника, куда вот складывают, вот сюда можно соус томатный поставить. Вот хранится здесь молоко. То есть холодильник большой. И сейчас мы поможем Китти, Мэри и Джо их зовут. Поможем Мэри и Джо расставить все на свои места. Вот мы и расставили продукты, которые купили Мэри и Джо в магазине. И сейчас более подробно я вам покажу. То есть мороженое мы поставили в морозильную камеру. Вот арбуз мы поместили вот сюда, на полку ниже. Вот томатный соус расположили вот на вот этой боковой полочке. И вниз мы поставили колу. То есть все правильно. И Мэри и Джо вполне довольны. Они сейчас покушают и могут идти спать. Мэри и Джо покушали. И вот теперь уже наступил вечер, и они пришли к своей кроватке, чтобы в ней заснуть, крепко выспаться, и на утро, чтобы у них появились много сил. Вот у них такая кроватка интересная, подушечка, одеяльце, в которой очень удобно будет спать. Вот Мэри и Джо покушали, все убрали, пришли к своей кроватке и легли спать. Спокойной ночи, Мэри и Джо. До скорых встреч. Смотрите наше новое видео на канале Веселая Семейка и подписывайтесь на наш интересный канал.